Чувашский кадетский корпус имени Кочетова должен принять первых курсантов в будущем году. Строительство на территории ЗДК «Тракторостроителей» в Чебоксарах идет уже 4 месяца. За это время строители вбили сваи и начали поднимать первый этаж. Земляные работы пока не завершены. У подрядчика есть проблемы, но он обещает в сроки, а это до конца ноября, уложиться. Также до конца ноября должны разработать схему благоустройства парковой зоны. Проект спального корпуса на 250 мест получил положительное заключение экспертизы. В начале следующей недели определят застройщика. А вот проект регионального центра по хоккею только завершили, впереди экспертиза. Напомним, Чувашский кадетский корпус входит в проект кадетства. Здесь будут готовить курсантов по профилю воздушно-космических сил. Такие же учебные заведения есть еще в 5 регионах страны.